Сегодня Союз журналистов Чувашии назвал имена лауреатов профессиональных премий. Каждый год накануне Дня российской и чувашской печати Союз журналистов республики отмечает достойные работы. В этом году самой престижной премии имени Эльгеру удостоились старший редактор национального радио Владимир Егоров и наша коллега из ГТРК Чувашия Ольга Петрова. Премию Никольского решили присудить поэтессе Альбине Юрадум. Премию Ильина получит корреспондент Батревской районной газеты «Авангард» Ольга Павлова.